Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня я подготовил для вас один из самых простых, но и самых эффективных комплексов для проработки дельтовидных мышц. Итак, переходим. Первое упражнение. Жим сидя в тренажере Смита. Как вариант, это упражнение можно заменить на классический жим штанги из-за головы стоя или сидя. Данное упражнение мы выполняем 4 подхода по 15 повторений. Второе упражнение. Жим гантелями сидя. Не забываем фиксировать поясницу. Данное упражнение мы выполняем 4 подхода по 10-12 повторений. Третье упражнение. Подъем гантелей перед собой поочередно. Прорабатываем передний пучок дельтовидной мышцы. Обратите, пожалуйста, внимание, то, что данное упражнение я выполняю не совсем стандартно, не так, как все. Я, получается, поднимаю руку и веду ее в сторону противоположному плечу. Лично я таким образом очень хорошо чувствую проработку передней дельтовидной мышцы. Возможно, у вас будет другая техника, но главное, чтобы вы чувствовали проработку целевой мышцы. Данное упражнение мы выполняем 3 подхода по 12 повторений. Переходим к четвертому упражнению – разведение гантелей в стороны. Данным упражнением мы прорабатываем средний пучок дельтовидной мышцы. Выполняем 3 подхода по 12 повторений. И, наконец, заключительное, пятое упражнение. Разведение гантелей в стороны в наклоне. Данным упражнением мы прорабатываем задний пучок дельтовидной мышцы и выполняем 3 подхода по 12 повторений. Данное упражнение можно выполнять стоя, сидя, как вам будет удобно.